зашла в такое красивое кафе. Уже себе заказала кофеёк. Чем красивее сейчас показывается мне белого цвета антуражик. Смотрите, как дома. Провансаль. Прованс. И подушечки такие милые. Класс. На потолочке, смотри, какие интересные дизайнерское решение. Чашечки с светильничком. Понравилось мне. Красиво. Уютно. Жалко, никого еще нет. Ну, будет. А здесь мелочь. Собирают. На путешествие, наверное, праздник такой. Немножко улица. Такой милый единорог. Можно пойти в кафе и насладиться и дизайном, и вкусным кофе. Такое красивое яйцо нашли. Смотрите, это предпасхальное. Такая постановочка. Много фотографий делают люди здесь. Вообще классно, такая площадь, где собирается молодежь покататься на велосипеде, сделать какие-то трюки. Вот так вот они выглядят, эти дети, заинтересованные в движении. Уже весна в полном разгаре. Скоро зацветут каштаны, и люди наконец-то начнут ходить красивыми и начнут просто ходить по улицам. Красивого. Я раньше не любила красный цвет, а сейчас это мой любимый цвет стал. Раньше вообще к лицу моему не шел. Я всегда мечтала носить красный, долго подбирала разные оттенки. И вот когда стал... Привет! И вот когда стал возраст, уже такой 5+, тогда я поняла, что красное это красиво. Вот такая у нас красивая кафешка. Здесь вкусно обычно готовят и кофе, и еду очень вкусно готовят. Ну, сейчас можно сказать, идем на такой зоне, где очень много кафе. Так, и машины стоят, и люди. Это сегодня абсолютно не выходной день. Смотри, тоже кафешка интересная, там вот кофеечек люди пьют. Сделала запись, чтобы вы обо мне не забыли. И обязательно поставили лайк. А скоро у меня будет интересная поездка в Одессу. И мы с вами будем и ловить рыбу, и ходить по вкусным ресторанам. И будем... что мы еще будем? Просто прогуливаться по дорожке с дороги. Смотреть на достопримечательности. Поэтому важно очень много интересного. Подпишитесь на мой канал и поставьте мне лайк. И немножко, как народ наш одевается. Показала вам такое средство. Не дольче вита, как говорится.